Что касается московского «Локомотива», то здесь Рафинья, также Борис Никаноров и братья Крышановы на песке все еще остаются. Джордан через себя и 1-0 в пользу московского «Спартака». Счет становится. Великолепное взятие ворот. И это первый гол. Я правильно все говорю, надеюсь, иранского легионера «Спартака» Мохаммада Ахмадзаде через себя. Ну а на чеку голкипер «Сити». Пока безголевая, нулевая ничья, но вот и первый гол после розыгрыша углового. Крылья советов выходят вперед. Радость Яснова, Филиппе, Лукао. Вся четверка самарцев ликует. А Озу Марейра уже дает какие-то указания. Сухой лист. Ну а чтобы вы больше не путались, три этапа, два круга. Озу Марейра под перекладину. 1-2. Сити отыгрывает один мяч. И это Озу Марейра, японский самурай в составе Сити. Вот флаг Японии на его запястье, на запястье левой руки. Герман Черевань отдал мяч Озу Марейре, и тот прополоскал чужие ворота. Простите уж за это слово. Был закрыт обзор не в самый угол.